Проклятый коронавирус. Уже сколько месяцев он терзает мир и пока не собирается отступать. Вот и Анита Цой оказалась им поражена. В последние дни жизнь в социальных сетях Анита Цой буквально замерла. Привыкшие к ежедневным постам поклонники звезды обеспокоились ее внезапным исчезновением. Сегодня стало известно, что певица была экстренно доставлена в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19. Врачи говорят, что состояние серьезное, но не безнадежное. К счастью, в больнице есть все необходимые медицинские препараты для спасения любимой миллионами певицы.